День рождения 28 февраля. Какой знак зодиака, характер детей, взрослых, имена? Подпишись на рассылку гороскопа еженедельно. Получайте гороскоп для своего знака, нажимая на кнопку. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Рожденные 28 февраля. Значение дня рождения. Данный период дарит миру персон со сложным характером, но истинно жизнелюбов, которые, несмотря на все трудности и испытания, сохраняют душевную доброту и веру в лучшее. То, как будут идти по жизни рожденные 28 февраля, всецело зависит от отношения к ним родителей и родственников, а также среды, в которой формировался их характер. Как бы то ни было, это неимоверно азартные деятельные натуры, с которыми не соскучишься, везде, где появляются они, создается атмосфера веселья и беззаботных шалостей. Чтобы их энергия не расходовалась впустую, а активность не превращалась в бесполезную суету, им нужно вовремя делать паузы, чтобы иметь возможность обдумать план действий и принять уже взвешенные решения. Вы нередко грешите уж слишком демонстративным поведением, если были рождены 28 февраля, знак зодиака у вас рыбы, который провоцирует у вас тягу к риску, острым переживаниям и заставляет вызывать аналогичные чувства у близких людей. Чтобы обратить на себя их внимание, вы зачастую намеренно создаете для себя ситуацию едва ли не смертельной опасности. Не просто решается у рыб, которые родились 28 февраля, вопросы самореализации очень долго, они ищут сферу деятельности, в которой могли бы максимально проявить себя. Но и найдя дело всей своей жизни, облегчения не получают, так как им всегда и всего приходится добиваться исключительно собственными силами, не рассчитывая ни на чье содействие. По вашему влиянию знака зодиака заметно поведение людей, рожденных в этот день. Это влияние слабо выражено, конечно, 28 февраля, влияние знака рыбы бескомпромиссность, которая приводит к опрометчивости, главная сложность родившихся 28 февраля, знак зодиака заставляет их неукоснительно придерживаться единожды выбранных принципов, не учитывая их актуальности и правильности. Из-за этого они совершают массу ненужных ошибок, но никаких выводов так и не делают. Им нужно внимательно относиться ко всему, что они делают. Это касается социальной активности, межличностных отношений и особенно профессиональной деятельности. Трудность заключается в том, что знак зодиака людей, рожденных 28 февраля, не дает им гибкости в жизни, им не свойственно аккумулировать житейскую мудрость, прислушиваться к различным мнениям и на их основе вырабатывать свою уникальную мировоззренческую позицию. Им необходимо стремиться к самосовершенствованию, развитию своего духовного начала и лучше понять это в юности, пока не будет еще совершено столько непростительных ошибок. Важно понять, что жизнь проходит и назад ничего не вернешь, поэтому относиться к ней нужно ответственно. Как бы там ни было, со временем они придут к стабильному благополучию, тихому семейному счастью и внутренней гармонии, но каким будет путь к этим благам, зависит только от них. 28 февраля родился Гарик Харламов. 28 февраля празднует свои именины обаятельный, остроумный и неимоверно талантливый актер комедийного жанра Гарик Харламов. Путь к славе начал с участия в КВН, а настоящий успех пришел к Харламову после того, как он стал одним из резидентов мегапопулярного комедийного телешоу Comedy Club. Сейчас он является ведущим многочисленных развлекательных программ, в том числе и авторских проектов. И все это ему удается совмещать с довольно успешной кинокарьерой. Можете ли вы назвать этого человека типичным представителем данного знака зодиака?